вот она наша Голицын 19. Тут несколько, 20-25 номеров. Наш номер 21, здесь во дворике вот такая классная беседочка. Стильная. Где мы постоянно собираемся вечером с нашей большой семьей. Вот номер 21. Балкончик небольшой. С видом на гору Сокол. Еще один предбанник. Здесь душ, туалет. Кухонька. В кухне все есть. Покупай продукты, готовь. Телевизор. Дочка очень любит пятницу там смотреть. Холодильник. Попросить можно и белье постирать. Это у нас прихожая. Тоже вешалки. Глажка. Это у нас одна комната. Вот тут три места. Виды из окна во двор. Интересная архитектура у этого здания. Как-то тут размещаются 20 с лишним семей и друг другу не мешают. Это вот еще один туалет с душем. Еще одна комнатка. Отсюда, наверное, самые хорошие виды. Вот она, гора Сокол. И соседняя симпатичная гостиница. Воздух отличный, потому что даже в саду растет свой можжевельник. И еще одна комната, самая большая. Вот вид отсюда. Огромная кровать. Картина Айвазовского. Кстати, тоже крымчанин из Феодосии. Ну и в Новом Свете самые лучшие пляжи. Приезжайте в Новый Свет. Нам здесь очень нравится.